Всем привет! Вы на канале «Вкусные истории» и я Наталья Михайлова. Сегодня буду фаршировать грибы. Грибы у меня шампиньоны. И для этого рецепта мне понадобится сыр у меня голландский, отварные яйца 3 штучки, столовая ложка майонеза, репчатый лук. У меня крупная луковица, я взяла половинку. И сами грибы. Ножки я отделила от шляпок. А шляпки я хорошенько их помыла и укладываю на противень. Ножки нарезаю мелкими кубиками. Отправляю в тарелку. И нарезаю лук. Сковородку я поставила разогреваться. Налила в нее 2 столовые ложки растительного масла. Теперь отправляю обжариваться лук. Лук обжарился. Теперь отправляю ножки от грибов. Сразу присаливаю. И отправляю тушиться еще минут на 7-8. Пока тушатся грибы, я яйцо нарежу мелкими кубиками. Грибы с луком перекладываю в глубокую посуду. Добавляю рубленное яйцо. Добавляю майонез. Все хорошо перемешиваю. Теперь начинку раскладываю в шляпки от грибов. И теперь я в таком виде отправляю в разогретый до 180 градусов в духовку на 20 минут. Через 20 минут я достану, натру сверху сыр и отправлю еще на 10 минут. Грибы мои готовы. Теперь я их перекладываю на блюдо, в котором буду подавать. И украшаю зеленью петрушки. Вот и все. Грибы мои готовы. Вот так они выглядят в готовом виде. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.